Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться. И корова. И волчица. И жучок. И червячок. И медведица. Всех излечит и исцелит добрый доктор Айболит. И пришла к Айболиту лиса. Ой, меня укусила оса. И пришел к Айболиту барбос. Меня курица клюнула в нос. Ой, нос болит. У меня зазвонил телефон. Зинь, кто говорит? Алло, алло, кто говорит? Дядь! Что вам надо? Шоколада еще. Еще шоколада? А да, для кого? Для сына моего. Для кого, для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Ну, только это 50. Если мы не съест, меня же маленький. Хорошо, пришлю. А потом позвонил крокодил. Крокодильчик! И со слезами пошли! Ой, милые колёси, беги, мои колёси, и мне делали тату. Постой, не на прошлой неделе я вам прислал целую дюжину отличных калош. Спасибо, друг ты боится. Ну, те калоши, которые вы прислали на прошлой неделе, спасибо. Мы уже съели, ждем, не дождемся. Когда вы к нам снова к ужину пришлете дюжину новых и сладких калош. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Потом позвонили котятки. Вот так. Алло, мяу-мяу. Нельзя нам прислать ли перчатки? Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. А потом позвонила свинья и говорит: пришлите ко мне соловья. Мы с соловьем чудесную песню споем. Нет-нет. Соловей не поет для свиней. Позови-ка ты лучше ворону. А потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. А то мы уже все уже прочитали. И ждем не дождемся новых книжек. А потом позвонил медведь. И как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите. Объясните, чего вы хотите. А он только му-да-му. Чё к чему, не пойму. И опять зазвонил телефон. Кто говорит? Носорог. Что такое? Беда, беда. Бегите скорее сюда. В чем дело? Спасите. Кого? Бегемота. Наш бегемот провалился в болото. И ни туда, ни сюда. Ох, спасите. О, если вы не придете... Он утонет в болоте, умрет, пропадет, бегемот. Бегу, если смогу, помогу. Ох, и нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота.